Ну а теперь перейдем к новости, которая тяжелым камнем легла на сердца многих украинцев. Министерство финансов планирует повысить минимальные розничные цены на алкогольную продукцию. Проект с такой инициативой уже появился на сайте министерства. Підвищення суттєве. Так, на горілку і лікарево-горілчану продукцію воно становитиме 15%. Це призведе до здорожчання півлітрової пляшки оковитої щонайменше на 4 гривні. Від 18 до 19% підскочать ціни на коньяк, залежно від зірковості напою. Зросте і роздрібна ціна пляшки вина на 22%. Кроме этого, в Кабміні підготовлен ще один законопроект, по которому предлагається увеличить ставки акциза на коньяк на 70%. Вы знаете, мне кажется, что после такого нововведения все самые популярные алкогольные бренды автоматически перейдут в разряд элитных. Решили узнать, что думают по этому поводу обычные люди. Супер, супер, супер гуд. Я нормально, супер гуд. Супер, супер, супер гуд. Я нормально, супер гуд. Супер.